Здарова всем, ребят! Это будет новостной выпуск, постараюсь вам его долго не затягивать, расскажу только самую интересную и для многих важную информацию. На фоне поставлю вам бой на 268 вариант 5, который вот недавно на него аукциончик закончился. Кстати, об аукциончиках. Осталось всего 2 лота на момент записи этого ролика, и по предварительным данным эти лоты станут это Type 59 Gold, то есть который уже в игре года 2-3 присутствует, уже несколько раз был на черном рынке. И новинка прошлого года VZ-111 Целинь. Ребята, кто говорит Кулинь, говорит неправильно. Можете сами попробовать загуглить Целинь. Правильно произносится Целинь. Произносите правильно и как бы, ну, будьте грамотны. Хотя я и сам делаю кучу ошибок в различных названиях танков, но у этого танка очень просто запомнить. По сути, это китайский еще один топ ВАЗик. Нужен он вам или нет, я понятия не имею. И так же, как и не имею, какая будет на них ставка в голде. Просто информация для вас, что больше новых уникальных лотов не будет. Эти машины скорее для коллекционеров, поэтому можно сильно не париться и не переживать. Теперь давайте, ребят, заглянем ненадолго в будущее и посмотрим, что же нас ждет в ближайшем будущем. 24 января закончится второй сезон ранговых боев. Если вам все еще 114 СП2 интересно получить себе в ангар, и вы еще не начинали играть никогда в ранговый, у вас все еще шанс есть ее получить, но придется во втором или третьем сезоне запотеть в золотую лигу. Как я и сказал, это будет не очень просто. Всем остальным держите себе в голове, что чем выше вы подниметесь, чем больше очков получите, тем более ценные для вас будут призы. Также 24 января в 9 часов утра закончится посленовогодний этап новогоднего наступления. Исчезнут все новогодние слоты и бонусы от них. Вот те вот слоты Арни, в которые вы помещали свою технику. Вы ее, кстати, один раз в сутки можете бесплатно там менять, напоминаю. Вот, они до 24 числа, то есть пользуйтесь ими. Они будут фармить гораздо больше. Точнее, не будут, а фармят прямо сейчас. Также, ребят, 24 января будет, ребят, последняя возможность забрать архивный набор «Сладость или гадость», который в данный момент вы можете получить, ну, только через посредников. Можете зайти на сайт Портанки ТВ, там будет ссылочка на сайт, и вы сможете, если ранее не подключали к своему аккаунту этот прайм-пакет, вы сможете получить все награды от него, которые вы видели на экране. Также, ребят, примерно в эти же даты закончится возможность забрать еще один архивный набор, который называется «Высокое напряжение», и там есть командир, дочка, как его зовут-то, блин? Короче, это Эрмелинда Юнг. С Вафентрагером у нас режим был, как там звали главного антагониста-то? Ну, неважно. В общем, это последний командир, который вы можете в рамках прайм-пакета получить. Почему говорю последний командир? В общем-то, я так понимаю, инициатива исходила не от Wargaming, потому что я видел два прайм-набора, в одном из них был Шварценеггер. Возможно, именно поэтому он говорил, я вернусь еще. Потому что, возможно, этот прайм-набор должен был появиться. Еще был какой-то прайм-набор, посвященный викингам, тоже с командиром уникальным. Но, ребят, к сожалению, прайм-наборы больше выходить не будут. Я так понимаю, эта инициатива была со стороны Амазона. Вот, потому что им принадлежит Twitch, и они там всем этим рулят и разруливают. Потому что была какая-то непонятка, пауза и так далее. Так что, ребят, если кто-то подписывался на Prime на Твиче специально, чтобы получать вот эти вот пакеты, не забудьте как бы, ну, отписаться, отвязать свою карту, если вам это, конечно, больше не нужно. Ну, а если кто-то не получал высокое напряжение или набор сладости или гадости, я, ребят, говорю, проходите по ссылочке на сайт Протанки ТВ, там будет рекламное объявление прямо на самом первом окошке. Можете по нему пройти и либо оба эти пакеты, если не забирали ранее, важно, если не забирали ранее, забрать. Либо один из них любой. Все. Вот осталась неделя, после этого они пропадут. И вообще праймов больше, я так понимаю, никогда не будет. Вместо них у них приходят сейчас эти Яндекс подписки всякие, от Ростелекома арендные танки и так далее. Ну, в общем-то, все идет своим чередом. Но мне на самом деле печальненько. Потому что с этих праймов можно было получать реально крутые плюшки, командиров, уникальных членов экипажа. И мне будет этих вот вещей не хватать. Также, ребят, 26 января
закончится 8-й сезон реферальной программы, и напоминаю вам, что 9-й сезон будет значительно сложнее выполняться, там уже нужно будет минимум танк 7-го уровня выкачать для того, чтобы пройти реферальную программу. Поэтому постарайтесь как можно больше выполнить рефералку до 26 числа. Ну и награды реферальной программы также стали более скромными в качестве выбора премтехники. Вот. Но если вы ранее все уже оттуда забирали, то для вас появился один новый танк. Это немецкий тяж ВК-шка. Также 31 января, ребят, выключат сайт с боевым путем, в конце которого вы получали бусты и боевые задачи на экспетепты, ну и также могли за 21 год посмотреть свои достижения в танках, если играли. Даже если играли немного, все равно можете посмотреть. Ссылку я на этот боевой путь оставлю в описании, если вы ранее боевой путь не проходили, то есть это просто зайти на сайте, мультик посмотреть про то, как вы круто играли в 21 году, ну и в конце получить награды, то можете это сделать до 31 января еще успеть. Ну а ближайшие выходные, то есть это 21-24 января, нас ждет с вами акция снятия блокады Ленинграда. Будет в 4 раза больше опыта за бой за первую победу в день на любой технике все эти 3 дня. Будет в 2 раза больше опыта экипажа 5 раз в сутки, предбоевые инструкции, будут снаряжения, да, резервы на опыт за бой на 1 час и резервы на опыт экипажа. Также декали, надписи и эмблемы. На этом все, что будет в январе, заканчивается, но, ребят, мы с вами ожидаем следующие вещи. Примерно с 7 по 21 февраля будет зимний ивент на глобальной карте, и есть информация, пока что не до конца проверенная, что там вернется Чифтейн. Поэтому, если кто-то хотел Чифтейна, до 7 февраля постарайтесь найти себе клан. С 1 февраля, кстати, должна вернуться акция в бой, где на одну ветку в месяц будет скидка на прокачку, ну и на покупку танков из этой ветки. Ну и в начале февраля мы также ожидаем с вами общий тест обновления 1.16 с новой веткой йохов американских тяжей. А уже ближе где-то к середине, к концу февраля мы с вами ожидаем марафон из серии «Охота на». Какой будет премтанчик? Ну, скорее всего, чешская ПТ-шка, ее сейчас активно тестируют. И, скорее всего, в 2022 году мы с вами увидим новую ветку чешских ПТ-шек. Но это не точно, это лишь мое предположение. Поэтому спасибо вам, что смотрели. Не забывайте про аукционы, если вам эта коллекционная техника нужна. Обязательно прожимайте лайкос, это очень важно. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. И удачи вам в боях. Пока-пока!